Активно голосуют наши соотечественники из-за границы. В Италии избирательный участок расположен в столице, поэтому, чтобы воспользоваться своим правом голоса, казахстанцы прибывают в Рим из других городов. В столице Италии сегодня работает наш собственный корреспондент Юлия Гончар. Ей слово. Действительно, очень многие едут сегодня в Рим из других регионов Италии, приезжают со своими семьями, супругами-итальянцами, с детьми, голосуют, а потом остаются ради общения с соотечественниками. Всего в Италии к данному часу за будущего президента страны отдали свои голоса более сотни человек. Работает сегодня выездная комиссия и в Милане. О том, что там сейчас происходит, рассказывает Жанель Нурмолдина, представитель избирательной комиссии. Голосование в Милане продолжается. Очень много казахстанцев сейчас находится здесь. Это связано с открытием выставки «Экспо». Они занимаются подготовкой казахстанского павильона к этому событию мирового масштаба. Всего порядка 160 человек. Поэтому и было принято нашей комиссией решение выехать в Милан, чтобы голоса наших соотечественников не остались неучтенными. К закрытию избирательного участка выездная комиссия должна вернуться в Рим. В течение 12 часов голоса будут подсчитаны, а пока время есть, и казахстанцы стремятся выразить свою волю на выборах президента. Юлия Гончар, Массимилиан Вольпе, Италия, Рим.